Каждый вечер в 18.00 на пятом частотном канале выходит в эфир телекомпания «Московия Восток», начиная свою трансляцию с анонса телепрограмм. Эфир продолжается около 5 часов. А все начиналось так. Первая телепрограмма «Реутов» вышла в эфир с 10-минутными новостями весной 1997 года. Тогда над выпусками новостей работали всего 3 человека. Корреспондент Евгений Лозовик, операторы и видеоинженеры Михаил Копаев и Наталья Данильчева. Сегодня наш коллектив — это 16 человек, преданных телевидению и воспринимающих его как свой образ жизни. Все профессионалы – операторы, журналисты, видеоинженеры и специалисты по компьютерной графике. Вы их видите на экране подтянутыми и сосредоточенными, четким голосом, зачитывающими новости или ведущими программу. Сегодня, в праздничный день, вы имеете возможность заглянуть за кулисы нашей работы и улыбнуться вместе с нами. Сегодня в выпуске. А дальше? Я не знаю. Ва, ванище, бакланище, ты. А где я? Пошмяк! Она не воробушек. А она его любезного брык. Бабочки полетели, что ли? По часуху у меня тут только пока. Лёха, издеваешься, да? Вот как спою? Люди в белых халатах. Что ты делаешь, Вова? Она видит, ушла вся. Так смотри, пол кривой. Да не пол кривой, видишь? Смотри, как он штатив стоит. Штатив-то стоит, ну камеру свернул. Сам свернул, он стоит нормально. Вот крутит. Теперь это ушел уровень. Правильно, ты скрутила. Вот я тут вижу, что правый угол больше, чем левый. Темно. Ужас. Не, и чё вы так уставите стенком? Я вылез. Вы смотрите. Ещё один. Держи. Много вас. Подержи вот так. Чего ты, Сэм? Что он тебя оттягивает? Ты знаешь, я сейчас пошевелюсь, и он так... А ты сиди прямо. В нашем активе более 10 программ. Среди них новостные, аналитические, тематические, авторские, в которых мы стараемся отразить ежедневную жизнь нашего города, показать все его достижения и проблемы. Телекомпания пользуется поддержкой со стороны администрации города Реутова. В свою очередь, мы благодарим телезрителей за то, что они нас смотрят и своими обращениями принимают участие в нашей непосредственной работе, создании репортажей и программ. Ну и, конечно же, поздравляем всех своих коллег с праздником. Желаем им долголетия в сетке вещания. И главное, чтобы телезрители не спешили переключить кнопку на пульте.